5 июня в Украине был ликвидирован генерал-майор Роман Кутузов. Этот российский террорист был командиром армейского корпуса ДНР. Соболезнования уже выразил депутат Госдумы России Дмитрий Саблин. Он одним из первых сообщил о смерти генерала. Он написал: «Трудно терять друга, не договорили, не завершили начатое. Не успел передать тебе поздравления от друзей и отдать помощь, которую собрали. Вечная память новоприставленному воину Роману». В общем, очередной террорист довоевался. ВСУ ликвидирует всех военных преступников, и это только начало. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, оставляйте свои комментарии под видео, чтобы помочь каналу развиваться, реквизиты в описании.